такое Юсе Клянин Кассетте. Что это за надпись? Где? Юс Клянин Кассетте. А, нажми на меня, потому что мне звонили уже. Никогда не видел этих кадров твоих еще до сих пор. Короче, интересно это самое. Изображение сильно скачет на экране, вот когда это самое? Надо. С доставкой на 5 детей. Да, будет сотку стоить. Олег, улыбнись мордой. Капля, смотри, гриб нашел даже. Ты его обоссал перед этим? Смотри, гриб. Да, чтобы блестел лучше. Фак. Свежемороженый.
пассажир. А что бампером не толканул? Тебе проехать, вот куда я показываю. Стоп, тормози размот. Нажми на тормоза и вытягивай его. А что? На тормоза! Объезда нету? Нету. Точно нету? А там дальше, по-моему, нет, не было ответвления, чуть дальше туда взад. Ну, Сань, поехали? Да. Серега, ты его сейчас посадишь в свою же яму, что сам вырыл.
остановиться. Макс. В Бресте. Там далеко такая хуйня. Вот у меня нас встретил. А куда? А ну куда мне? До поворота ехать пока. Пару раздавит. И не помяли тебе ничего. Ну, так. Я думал, что фонарик уплыл. Бампер как раз напротив него был. Ну, если без этого доски, то 100% бы. Да. А так двери чуть мяли туда и все. Тебе запаску туда, в салон переложить. Так эта запаска еще была рабочая. Так его подкладывать сюда. А, подкладывать? Да. Колеса могли на улице не становилось, как бы рука хватила так вот. От шишиги колеса повесим тебе. А, ну разве что. Так может вообще от шишиги колеса поставить? Не, их по бокам, чтобы потом зарабатывали. Ну давайте теперь каждый по пару слов, Сань. А какие пару слов, блин? Чтоб не шишига, так и сидели бы там. Олега? Я лучше промолчу, пока скажу, так у всех уже так в трубочку. Андрюха? Молчание золото. Я потом свои впечатления выскажу. В нецензурной форме. Да. Гена? Ну что, 11-го едем? Да. А прикинь, что топиться будем? Что будет? Нет. На ночном ориентировании? Поехали. Над водой туман расстилается. Ладно, давай себе батончики, так чувствую, что мы сегодня не скоро поедим. Сейчас. Снова дальний путь с утра собирается. Цирк Шапто. Скрип колеса. Лужи и грязь дорог. Thank you.
такие же кефир пачками носят. Вот. Кефир пачками, молоко когда меню. Вот это так. Я тут по рации такой довольный. Дина Репина, Олежка углубляет лужу. Дай пиво, а? Олег, вторую передачу! Че он газу скидывает, дурень? Сними поближе. А что такое? Сейчас. Не знаю. Что-то. А что, землянка? Да? Да. А кто-то есть внутри? Лесоруба ставили. Такой подъемник. Олега, глянь, какой поворотный лежит с готовым редуктором. Пускай он форсирует, бы иначе, бляха, будем ловить его на спуске, если он будет задом спускаться.
вижу. Я не вижу. Да не надо. А хрена ж ты переключаться вздумал. На третью не вышло, пришлось на вторую. Мы тоже не уехали. Переключались на первую. На третьей? А мы пытались на третьей. Ну это сейчас я на второй вышел. Молодец. Интересно, на видео будет видно, что на горище? А? Будет ли на видео видно, что на горище? Убери ногу с тормоза, снесет там пару человек. А я на тормоз не дышу. Машина сама себя. Торможение движков. Я ж тебе говорю, жопа с тремя П. Так я ж говорю, сразу цепляйся. Нет, сразу. И причем я не буду мотор включать. Не, зальет полностью весь комплект. А Серега, ты уже проехал? Да. Ты что, не видишь, лед уже переколот весь?
ты. Еще не на мостах. А он дотянет или беду до дерева? Ну что, у нас еще дальше такая дорога? Нет. Знаю, Макс обещал пару лыж Такой доли уже не хватает силы.